Друзья, всем привет! Сегодня 9 июля 2018 года, сегодня понедельник. В общем, я поставил на зарядку свой пауэрбанк вот в этой кухне, в хостеле. И, короче, у меня его украли. Утром встаю, нету, вон, короче, слева этой розетки, потому что нету, значит, розеток в самой комнате, где стоит 8 коек. Я решил поставить на зарядку такой красивый свой пауэрбанк. Но здесь на кухне есть как бы эти самые розетки. Вот такой вот туда на диванчик положил, наверх, вот на спинку, там где вот розетка белая. На зарядку встаю, нету. В общем, поставил как бы на уши этот администратор, ресепшн. Она говорит: мы ничем помочь не можем, потому что мы не несем ответственности за вещи, которые оставляют наши как бы постояльцы, гости в общественном месте под названием кухня. Блин, в принципе, я не знаю, короче, все нужно прятать в этих хостелах, все воруют, как бы. Но я им сказал, типа, давайте вон, снимайте эту самую показания с камеры, в общем. Они говорят, ну, потом посмотрим как-нибудь, потом посмотрим, потом напишем вам, вот. В принципе, такие вот твари в хостелах живут. Короче, вообще обидно, придется новый покупать этот самый пауэрбанк, в общем. В принципе, всем весело. Ну как бы жалко, да, хорошая вещь, пауэрбанк. Я вот сюда вот ее. Я вот сидел это вчера ночью вот здесь вот. Вот здесь я сидел ночью вчера, обедал. И вот сюда я, короче, свой пауэрбанк поставил на зарядку, да, потому что он долго заряжается, его нужно ставить на ночь, как минимум, там, чтобы он полностью зарядился. Встаю, а его нету, вообще нету просто. Очень жалко. Короче, хостел полное говно. Какие-то крысы непонятные, вообще не знаю просто. Все настроение мне испортили, я не знаю, что за страна Сербия, ворует. Короче, друзья, начинается мой понедельник не очень, так скажем, добро. Ну, я не знаю, что там, поможет камера, не поможет. Ладно, друзья, короче, буду я буду завтракать, в принципе. Вот такие дела, друзья, в принципе. Ну, ничего, ладно, буду в следующий раз все прятать. Я-то думал, люди культурные, цивилизованные, они все воруют. Давайте, короче, друзья, буду держать вас в курсе. Просто поделился своей, ну, как бы, бедой. Как бы легче так станет все равно. Видите, это называется kitchen room. Вот здесь люди кушают. Только здесь есть розетки. Вон там нету в комнатах розеток, нету там розеток. Я поставил на ночь на кухне заряжаться. Но видите, кухня — это поле боя. Типа, кто что оставит, тот заберет сразу, что плохо лежит. Блин, так обидно. Такие крысы, такие суки. Вы просто посмотрите, какой я злой сегодня. Мне сейчас придется в другой хостел заселяться и потом идти в магазин покупать срочно новый пауэрбанк. Без пауэрбанка путешествовать нельзя. Это нужная вещь. Вот такие дела, друзья. Называть я не буду название хостела, не буду им репутацию портить. Там у них куча лайков, Facebook вообще. Супер престиж, такой вообще рейтинг крутой. Просто хостел — это обычная общага, обычный типа детский лагерь, да, где тоже воруют и, в общем, воняет пятником, носками. Общага, обычная общага. Так что, друзья, сами думайте, жить в хостелах или не жить. Ну, вот она, короче, моя расплата за дешевизну. За 6 евро и у меня, короче, украли пауэрбанк. Но я думаю, вы все поняли прекрасно. Вот. Значит, меня выселяют сегодня. Меня прям
подняли, я не успел побриться, дали, короче, время пожрать мне, доесть свои скоро портящиеся продукты, я пойду дальше заселяться в другой хостел. Вот такие дела, друзья. В принципе, все, пока что я выключаюсь, буду вас держать в курсе. Осталось буквально несколько дней моей жизни в Белграде, и в пятницу я уже буду дома в России. Вот такие дела, друзья. Давайте. Комментарии пишите, ставьте лайки. Такие дела.